Всем привет! Мы продолжаем рыбачить на реке Припять, проходить задание торговца Сидора и пытаться выловить определенный вес черта чернобыльского. Устраиваемся поудобнее, берем всякие вкусняшечки, двери, окна на засов, чтобы никто и ничто не отвлекало от просмотра данного видео. Всем вам желаю приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. И не забывайте подписываться на канал и рекомендовать друзьям. Ну а мы, да, будем продолжать выполнять задание. Погнали, друзья, погнали. Ты часом не зомбирован? Друзья, произошел сбой, короче, не записалось. Ладно, будем заново. Нам нужно 15 рыб на личинку, поэтому мы, значит, сегодня будем выполнять сталкера. У нас, в общем-то, все тут будет связано с личинкой, собственно. И, собственно, как раз многоразовым окунемся. Его тоже он ловится у нас на эту же хрень. Можно начать, конечно, как раз с Чернобыля. А мы здесь и находимся. А тогда в забытое богом место. Вот теперь можно начинать. Погнали ловить, друзья. Ты часом не зомбирован? Thank you.
Задача выполнена. Здравствуй, дурак.
Задача выполнена. Здравствуйте, здравствуйте, Ты часом не зомбирован. Ты часом не зомбирован. Ты часом не зомбирован. Thank you.
Ты часом не зомбирован? Ты часом не зомбирован? Thank you.
Ты часом не зомбирован? Thank you.
Ну что, друзья, наверное, на этом все. У нас чуть-чуть совсем осталось. Сколько мы еще продержимся, я не знаю, по радиоустойчивости. Да и главное, чтобы следующая серия была... Будет путь подлиннее, чем это. Ну, а сегодня спасибо за просмотр. До новых встреч. Не грустите, не болейте. И всем пока-пока.